Я против Карима Масимова, но из-за его конъюнктурщины и того поворота, когда он, повернувшись спиной к парламенту и телекамерам, зная, что это смотрит весь народ Казахстана, клялся в вечной любви к Нурсултану Назарбаеву. Даже если это игра и по-другому без лести просто нельзя, но для меня это критерий человека. Дело не в национальности, а в том мировоззренческом стержне, который отсутствует у людей во власти. Нам нужны другие лидеры. Масимов показал себя в роли руководителя правительства, которое принимало участие в массовых расстрелах мирных демонстрантов рабочих в Жаназене в 2011 году. У Масимова руки тоже в крови наших братьев-казахов. Назарбаев надеется, в случае возникновения казахстанского Майдана Масимов даст приказ по повторному расстрелу собственных граждан. Что бы ни говорил Назарбаев, главное для него – сохранение награбленных денег и сохранение его единоличной власти. Когда мне говорили, что у президента склероз и старческий маразм, я, конечно же, не верил. Но после того, как он назначил Масимова второй раз премьером, я уже стал сомневаться. Может быть, он действительно просто забыл, что Масимов уже был премьером.